В 2017 году в России стартовал приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды», цель которого – комплексное развитие территорий. В конце октября в рамках реализации муниципальной программы Темрюкского городского поселения «Формирование комфортной городской среды» начались работы по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома в Темрюке по адресу улица Ленина, 79. Лично оценить ход проводимых работ и побеседовать с жильцами на место выехал глава района Федор Бабенков. Спасибо, Господи, что вы нам такой двор делаете. Мы очень рады. Нравится, мы так, конечно. В рамках программы во дворе дома номер 79 демонтировано старое и постелено новое асфальтовое покрытие. Установлены новые бордюры. Вскоре появятся новые скамейки и ограждения. В соответствии с муниципальным контрактом работы по благоустройству двора многоквартирного дома будут завершены до 4 декабря 2017 года. Как пояснил глава города Александр Войтов, в Темрюке в программу формирования комфортной городской среды в 2017 году помимо двора по улице Ленина 79 вошли дворовые территории домов номер 43 и 47 по улице Ленина, номер 10 по улице Таманской и номер 41 по улице Красноармейской. Ремонт этих дворов начнется в ближайшее время. В этом году также в рамках программы в парке имени Пушкина установят новую детскую площадку. Был разработан дизайн-проект по установке детской площадки. Проведены общественные слушания. Работы уже начаты. Во время объезда по городу глава района также посетил этот объект. Сейчас подрядчик подготавливает территорию для установки новых сооружений. А завершить работы планируется к 4 декабря. В наступающем 2018 году в парке имени Пушкина будет установлена скейт-площадка. Кроме того, предстоит провести капитальный ремонт районного дома культуры. Вместе с новой детской игровой площадкой эти объекты значительно изменят облик площади труда. Федор Бабенков предложил главе города совместно проработать вопрос дальнейшей модернизации главной районной площади. Собрать, наметить план действий и начинать оттуда двигаться и... Отъезда в город и все вот это. От шаров. Давайте. И у нас тогда будет здесь уже, когда приблизится дом культуры, будет законченный вид. Федор Бабенков поручил на следующей неделе организовать совещание с участием специалистов районной и городской администрации, на котором будут рассмотрены вопросы дальнейшего благоустройства города.